Добрый вечер, Хасай Магомедович Алиев. Вот. С вас. Привет, с Рождеством тебя и с Новым годом. Да, взаимно. С Новым годом. Да. Хасай Магомедович, а расскажи, пожалуйста, про картину, вот, которую вы начали вот рисовать. Слушай, ну, я уже рассказывал, еще раз расскажу про картину. Видишь якорь, якорь, видишь? Да. Это когда человек в стрессе или в творческом застое, или в каком-то тупике жизненном. А это, видишь, устремленный такой вот носом вверх лайнер, и тут радар стоит, да? Это не закончено еще, я ее заканчиваю. Видишь, рыбки, рыбки, рыбки? Да. Ну, будет шедевр на самом деле. Как обычно, у меня хорошие картины, но пускай никто не ругается, что я сам себя хвалю. Ну, я да. На самом деле хороший художник. Конечно. А самое главное, она яркая, она вот выделяется. Мне вот это очень понравилось. Давай, давай, говори, что мы собирались сделать. Да. Ты всегда инициируешь марафоны. Ты хочешь марафон, чтобы мы провели, да? Да, да. И именно, который мы до Нового года объявляли, то, что в январе у нас будет такой марафон интересный про творчество, чтобы развивать внутренний потенциал свой. То, что человек любит сам. У нас 17 января должен быть, да, эксклюзивный, с уникальным контентом, с элементами «Ключ-2» для спортсменов, спортивных тренеров, спортивных психологов. Суперский вебинар. А сейчас мы марафон можем сделать, именно давно ожидаемый всеми, про творчество. Да. С 9 по 15 января. Давай, с 9 числа марафон. Завтрашнего дня. Да, завтрашнего дня по 15 января. Да. Марафон. Но приглашай туда всех, и пускай все приглашают своих друзей про творчество, по творчеству, про стимуляцию творца в человеке. Да. Творца в тебе, во мне, во всех. Да. Ну, это же у нас большие потрясающие вещи получаются, потому что очень многие люди пишут там, как прошлый марафон, им нравится, как вот сейчас активность там такая пошла. Да, конечно, я очень рад, потому что наша школа «Человек будущего» — это окно будущего, «Homo Futurus», «Человек будущего», наша школа. Такой ликбез против стресса, воспитание таких вот стрессоустойчивых качеств, воспитание таких качеств личности, которые помогают ему развиваться, любому человеку помогают развиваться, понять, чего ты хочешь, как этого быстрее достичь, как проще это сделать. Очень много хороших вещей там. Давай, приглашай на марафон. Да. Сейчас как раз таки самое важное, как открыть себе Творца. Да, я тоже правильно понимаю, да, благодаря методу ключ и психогимнастике, то, что вы открыли себе творчество, это художественное направление, да? Ну да, ну мы не только будем, я, конечно, могу рассказать, как художник может открыть себе художника. Имеется в виду, даже профессиональные художники, как могут избавляться от шаблонов, стереотипов, которые у них накапливаются во время творческого труда. Ну, каждый художник, который давно пишет картины, конечно, у него и стереотипы накапливаются, а ему хочется всегда быть свежим, новым, что-то оригинальное придумать. Но не только для живописи. Наш марафон будет для всех, и для вокалистов, и для людей, играющих на фортепиано, и для людей самого разного творческого. Кто-то может любить танцевать, да? Может, кто-то любит танцевать, кто-то может любить стихи писать, может, кто-то музыку любит, да? Мы же не знаем, кто человек. Конечно. Кто-то может там... Ну, конечно, но вообще чувство гармонии в каждом из нас есть. Да. И мы вот на этом марафоне научимся, вернее, я передам опыт свой, как человек может открывать у себя те качества и способности творческие, о которых он даже не подозревал. Вот это интересно. Это... Расширить круг общения через это может. О, это вообще классно. А вот это, можно узнать, вот завтра будет выход на упражнение, да? Для раскрытия потенциала. Ну да, давай мы завтра скажем схемотехнику. Принципиальные основы, новые принципы, на которых участник марафона будет делать упражнения. Специальные упражнения, простые. Вот их алгоритм, а их сочетание между собой, чтобы он быстро открыл у себя творческий. О, да, или вышел из творческого застоя.
О, это будет вообще прекрасно. Или повысил свой уровень мастерства в своей деятельности, как быстрее входить в поток творчества. Это очень интересно, да. Она очень хорошо помогает, потому что я даже вот о себе скажу. Я когда-то лет 10-15 назад я любил танцевать. А я думал, что я хочу? А я, кажется, люблю танцевать еще. А я все танцую, танцую, а мне приудно, час танцую, два танцую, три танцую, четыре танцую. Я вот так праздники провел, танцую, 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 танцую. А у меня энергия, плечи, говорю, сколько у тебя энергии? Я говорю, я готов еще 400 танцевать. Мне Слушай, говорят, мне слушай, приют. слушай, давай, не завлекай, не завлекай, а то тоже танцевать захотел. Да. Да, ну Зато... сейчас у людей вообще-то после праздников как раз начнутся рабочие дни. И как поднять себе настроение, да, как выйти из праздников сразу в будни, без ломки, так сказать, в таком праздничном состоянии и работать, и с меньшей утомляемостью, да, давай сделаем, не будем сейчас много, Да, много не будем, а с завтрашнего да. дня мы покажем. Завтрашнего дня начинаем, Да. запускаем, Самое главное, в да. описании вы зайдете на ссылки, и там мы уже всех добавляем. Да? Там Давай, заходит. давай, и Ой. пусть все делятся. Надо нашу школу расширить, резко Да, расширить нашу да. школу, И большая потому что просьба. участников нашей школы ожидают такие интересные контенты уникальные, которых они нигде в интернете мировом не увидят. Да. Просто не увидят. И вот я даже добавлю маленько, да. Я прошу вот каждого, кто вот посмотрит ролик, поделись, пожалуйста, с своими друзьями, хотя бы двумя, тремя, четырьмя или... Слушай, а зачем это нужно? Для того, чтобы очень много людей сегодня находится в ситуации тупиковой. Да. Да, тупиковой, ну, потому что, ну, много причин. Да. А здесь сейчас как раз-таки, получив этот контент, это будет большая им польза. И поэтому, если вы делитесь со своими друзьями, со своими родственниками, даже близкими своими, вот, покажете эти упражнения даже не специально, а просто будете делать это при детях своих, они тоже начнут делать, потому что они будут уникально простые. Но там самое главное, секрет в чем? Как раз-таки вот эта схема техника их сочетания. О, вот это Ну, в будет принципе, очень. мы завтра расскажем. До Да. встречи. До Все, встречи. до встречи. Спасибо, Алексей. Благодарю. Спасибо, друзья. До Всех встречи, целуем, Дмитрий. всех любим. У вас все получится. Йоу. Да, особенно тебя. Все будет Все, да, отлично. я тоже всех люблю. Все, давайте. Да, До и уважаю. встречи. Да, Все, давай. благодарю. До встречи. До встречи.